Колоритные танцы, национальная кухня и воспоминания о героях Великой Отечественной войны. В культурно-деловом центре «Арктика» прошел ежегодный концерт «Венок дружбы». В этом году его приурочили к 70-летию Великой Победы. Национальные танцы, хороводы, частушки и песни. И даже угощения. Самый богатый стол у представителей азербайджанской диаспоры. Кавказская кухня. Долма прекрасная, вкусная, свежая, нежная. Люля-кейба. А плов такой замечательный. Обожаю. Как считаете, вот такие мероприятия нужно проводить? А вы сами посмотрите, как люди радуются. Как мы все счастливы друг друга видеть. Показать, что дружба между разными народами издавна считалась залогом мира и согласия, цель ежегодного мероприятия «Венок дружбы». В этом году организаторы выбрали тематику победы в Великой Отечественной войне. Они помнят всех, кто в тот роковой день ушел на войну. Кто-то из них вернулся, кто-то нет. На площадке землячества деревни Вижес – частушки, которыми бойцов провожали на войну. Фотографии и другие реликвии, которые бережно сохранялись из поколения в поколение. Здесь на столе размещены тоже атрибуты, фляжка немецкая, которая принесена была с войны Михеевым Николаем Степановичем, и его медали. А здесь Владимир Андреевич Михеев. Он тоже воевал, был в плену, бежал, на него уже даже похоронка пришла. Да, его дождались дома, хорошо, что дождались. И вот он тоже прожил долгую жизнь, вырастил детей. И таких историй здесь десятки. Всего в культурно-деловом центре «Арктика» развернулось 15 площадок. Диаспоры Украины, Татарстана, Азербайджана, землячество Харивера, Варандея, Сопки, Нельминоноса и других деревень. Ну, конечно, в первую очередь нужно поблагодарить руководителей этих землячеств, которые отозвались на это мероприятие и провели такую изыскательскую работу, исследовательскую работу по поводу семейных реликвий, которые пользовались во время войны, которые были привезены с оккупации. И те истории, которые у них есть, они сегодня их оформляют в альбомы и бережно их передают подрастающему поколению. Завершился межнациональный праздник концертом, на котором представители землячеств выступили со своими номерами. Каждый вплел в венок дружбы свои цветы. Цветы согласия и добра. Алина Воучейская, Владислав Носкин, телеканал «Север».